12 апреля 1951 года считается черный вторник для ВВС США, потому что они понесли существенные потери. Было в воздухе там что-то штук 100 парашютов. Пилоты северокорейского лидера Ким Ир Сена смогли сокрушить воздушную армаду США. Но позже выяснилось, что за штурвалами МиГ-15 были вовсе не корейские летчики, а советские асы. Битва воздушных асов. Неизвестные истории. Из документального цикла «Война миров». Сегодня в 10:55.